дату такой утраты. Большой человек, большой профессионал, большой патриот нашей страны. Он всегда очень эмоционально переживал за то, что происходит в стране, за то, что происходит в культуре. Он себя всего отдавал своему любимому делу. Это настоящий маэстро Республики Беларусь. И сегодня же, конечно же, больно думать о том, что такие люди покидают нас. Но Михаил Яковлевич, он оставил за собой большую плеяду своих учеников. И есть нам на кого равняться, есть кем гордиться. Поэтому для страны это большая утрата. Утрата, прежде всего, патриота и маэстро страны. Сегодня мы у роспачи. У вся Беларусь у роспачи. Потому что мы сгубили эпоху талановитого человека, маэстро своей справы. Это шановный громадянин нашей Минской области. Как мы будем без него означать полезки сустречи свято мастерства, национальный фестиваль песни и поэзии у Молодечна, музыня свежа, заслав'я, уздинскую осень. Наогул для меньшины он зробив вельми шмат. Он был инициатором многоликих мероприемств. Это легенда. Мы завсёды будем шановать его память. Большая утрата для нас, для всех. Потому что для нас, для вокалистов, для музыкантов, он, конечно, был величайшим нашим учителем. Человеком, который действительно научил нас всему тому, что должен знать каждый музыкант. Человеческое качество. То же самое. Я попал в оркестр после конкурса молодых исполнителей «Зорная Россия». В то время проходил 23-й год, уже работаю в коллективе. Мы никогда не опаздывали, у нас никогда нельзя было опаздывать, у нас никогда не было никаких фонограмм, все концерты, все, как бы чувствовал себя артист, все равно мы пели живьем, пели честно, искренне, от всей души, всегда по-настоящему. Все самое хорошее, что он как старший мог нам сказать и объяснить, он это делал, поэтому мы очень скорбим, конечно, все и очень сожалеем о том, что случилось. Я помню последнюю встречу, она была перед концертом в городе Могилеве. Да, мы как раз проходили новую программу и новые песни, изучали, и, конечно, были большие планы. Планы, связанные не только с эстрадной песней, но также и с песней белорусской, национальной песней. Были разговоры о Славянском базаре в тот день, был разговор и Молодечно. Ситуаций очень много, и за 15 лет работы в оркестре можно вспоминать на протяжении нескольких часов. Но главное, о чем всегда говорил Михаил Яковлевич, быть на сцене честным, неподдельным, искренним, и он был прав. Он, в принципе, был в первую очередь честным человеком, хотя мы все знаем, что он был и строгим, одновременно он был ранимым, он был внимательным, он был профессионалом с большой буквы. В нем сочетались все качества настоящего музыканта, настоящего руководителя. Для большого коллектива он был не только наставником, он был настоящим отцом. Я думаю, мы ему благодарны не только музыканты и артисты, которым он подарил творческую жизнь, а которым он, так сказать, открыл большую сцену. Я уверен, что ему благодарны тысячи преданных поклонников и любителей настоящей профессиональной музыки. Мы встречались в закулисье Славянского базара. Он, как всегда, был бодр. Мы с ним успели обсудить происходящее в музыкальном мире, так сказать. Он всегда сетовал на то, что должно быть больше профессионалов. Поэтому он, безусловно, прав. И мы все должны понимать, что с уходом людей такого высокого полета, такого большого масштаба, наша культура реально беднеет, и мы теряем очень многое. Нам нужно ценить людей такого уровня при жизни, одаривать их аплодисментами, вниманием. И поэтому, безусловно, это невосполнимая утрата для нашей страны, нашей культуры.
Но я уверен, что он ушел счастливым человеком, потому что он сделал очень много счастливыми. Ну, практически с момента основания Могилевской областной филармонии началась дружба с оркестром, дружба с маэстро Михаилом Яковлевичем Финбергом. И очень ярко в Могилевщине это представлено именно фестивалем, международным фестивалем, музыкальным «Золотой шлягер». Михаил Яковлевич стоял у истоков фестиваля. Первые концерты проходили только в сопровождении его замечательного коллектива. И вот его этот профессионализм, его чутье сделали яркими, незабываемыми все концерты нашего фестиваля «Золотой шлягер». Мы об этом помним, мы этим гордимся. С ним было сложно, но с ним было легко. Он умел увлечь таланты и в то же время умел поставить людей на место и воздвигнуть искусство, великое оркестровое искусство, на высокий пьедестал. Он заставлял гордиться и уважать музыку. Он был не только гениальным музыкантом, он самый, главное, наверное, был гениальным организатором. Он загорался идеей своего действия. Посмотрите, сколько концертов, сколько фестивалей. Для него работа никогда не была работой. Мне приходилось даже два раза выступать с его оркестром. И это был очень принципиальный человек, который никогда не позволял фальши, который мог очень резко, и иногда приходилось кому-то объяснять, что это все во благо, сказать резкие слова. Да, действительно, душа Михаила Яковлевича была очень такая ярая, очень такая резкая, очень такая где-то принципиальная. Но, наверное, только благодаря этому он на базе совершенно голый мог создать национальный коллектив, который знают во всех странах мира. Мы когда сегодня из Витебска ехали и везли цветы из Витебска, потому что витебских цветов у Михаила Яковлевича за все 30 лет Славянского базара огромное количество. И вот сегодня последний его букет, пускай тоже будет витебским. И мы себя словили на том, что очень многие наши творческие люди, коллеги, вот уходят как-то в небытие. А Михаил Яковлевич – это тот признанный гений, которого признали, которого уважают. Я думаю, что память будет очень долго о нем. Очень многие называли всегда его оркестр Финберга. И многие наши конкурсанты, которые приезжали, не могли понять, почему оркестр Финберга, а Финберг сам ходит на сцене. Потому что для этого оркестра он был всем. Конечно, для всех нас это великая страта, потому что человек, який отдавал усяго себе для развития белорусской культуры, для захования традиций, белорусской музыки, мастацтва. И тому, конечно, это и трагедия такая для многих белорусов, что мы стратили такого человека, який стал визитной карткой для многих в соседних краинах, потому что оркестр, який он узначаливал, и он был таким коллективом, який нес белорусское мастерство не только в нашей родной Беларуси, але и далеко за ее межами.